Российские эпидемиологи приехали в Приднестровье. Общаются с нашими специалистами, делятся опытом. А опыта там ого-го. У нас в стране руководитель отдела клинических исследований Роспотребнадзора и заведующая сектором Российского научно-исследовательского института. Гости отправились сразу в эпицентр коронавируса в Приднестровье, Бендерский психоневрологический интернат. Завтра делегация уезжает. Выводы уже есть. Целых два. Начну с плохого. Есть дефицит современного оборудования. Площадь медучреждений ограничена. Есть и хорошие выводы. Специалисты отметили, профилактика, защитные мероприятия и лечебный процесс в Приднестровье организованы на высоком уровне. Инфекционное отделение Рыбницкой больницы – это госпиталь первого уровня. Сюда попадают пациенты с подозрением на COVID-19. Диагноза ждут в специальных боксах. Сюда отдельный вход. Больные обследуются, обязательно общий анализ крови, биохимические анализы крови, обязательно рентгенография органов грудной клетки и, если есть показания, компьютерная томография органов грудной клетки. И забор анализов на ПЦР, то есть определение вируса и определение антител из крови к вирусу COVID. Сегодня в гостях здесь специалисты из России. Роспотребнадзор в Приднестровье уже четвертый день. Цель – обмен опытом в борьбе с COVID. Сейчас в инфекционном отделении Рыбницы 30 пациентов. 26 из них с подозрением на коронавирус. Принять здесь могут до 100 человек. Защитный костюм, маска и бахилы. Пока здесь не заболел ни один медик. Это важно, отмечают российские специалисты. Есть то, что Рыбницкая фабрика, вот эти комбинезоны многоразового пользования, и получили сейчас партию одноразовых комбинезонов. Тут я, выходя с одной палаты и зайдя в другую, я должен поменять все. По рекомендациям ВОЗ на одного больного легкой формы с COVID-инфекцией в день до пяти комплектов средств индивидуальной защиты. Пациенты с подтвержденным диагнозом отправляются в госпиталь второго уровня. Расположен он в здании бывшей детской больницы. Сейчас здесь лежит 11 человек. В реанимации пациентов на сегодняшний день нет. Они переведены уже в общее отделение. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Получают три схемы лечения, которые рекомендованы нашими рекомендациями, которые мы внедрили согласно Российской Федерации. Поэтому эксперты остались довольны. В Рыбницком карантинном центре есть аппараты ИВЛ, но пока ни один не понадобился. Достаточно кислородной терапии. Делегация Роспотребнадзора отметила, работа коронавирусного центра в Рыбнице на достойном уровне.